Хей, hey, с вами Шумики, мы продолжаем проводить игру по названию Ori the Blind Forest. Так, мы с вами, короче, в лесу, быстрее в пещере, лунная пещера у нас. У нас теперь есть двойной прыжок, у нас есть много с вами чего изученного. Скоро у нас еще будет и уровень апнут. Ух! Просто шикос. Вот мы уже и уровень апнули. Но возвращаться, конечно же, уже не буду, поэтому просто бежим дальше. Да, уровень мы с вами... Блин, вот здесь бы мне очень сильно пригодился тройной прыжок. Поэтому, ребят, если что, мы будем с вами возвращаться потом в другие локации, те же самые. Поэтому не бойтесь. Не бойтесь, не бойтесь. Ох, паркур, паркур. Ауч. Оп. Плевать. ХПшка у меня есть, поэтому все равно. Но игру я сделал, ну, и как, вот если игра, да? Игра довольно прикольно выглядит. Надо было сохраниться. Блин, вот снова, ладно, ребят, там, где очень жесткое, мы будем все-таки с вами сохраняться. Плюс у нас уже сохранений довольно много стало. Поэтому сохраниться я могу. Но мне наносят тоже, типа, нехило. Так, пока что я правильно все делаю. Я сохранился. Угу. Вот теперь, видите, не показывает, что мне нужно, не нужно. Теперь мне все прокачивается. А то какая-то херня была, поэтому фиг его знает. Сферу заберем. Блять, все равно тыкнулся. Оп. Не успел атаковать. Видите, это специально делается, чтобы я раньше быстрее сохранялся. Ну, я примерно понял. А теперь мы хоп. Видите, это тоже как бы для разрушения подходит, поэтому это и туда, и сюда. Так, сохранение, сокращение пути. Ауч. Здесь может быть секретка. Я уже понял, что нужно все проверять, потому что здесь много секретных проходов. Что-то было?
То он мне маленький камешек упал. Лол. Ося? Да ладно, тут секретка была. Ну вот. Ори вселял доброту и надежду в его сердце. Вы вернули водяную жилу. Этот древний самоцвет открывает вам путь внутрь древа Гинза. Помни, что элемент воды покоится на вершине древа Гнеза. Нужно вернуть воду, поспеши назад. Окей. Окей. Так. А, вот сфера. Вот нажила ключ к древу Гинза. Так, о, если падать, то что-то еще есть. Упасть. Да давайте. А, ну хотя там сила мини, поэтому. Нам нужно было туда попасть. Ну хотя больше тут ничего не рушится, поэтому все равно. Да, ну паркур здесь все равно как бы юзается и все в таком духе. Я вот думаю, а мне хватит столько, сколько у меня сейчас жизней для того, чтобы стоять? А, камень не берется. А, там только просто три кусочка. Давайте попробуем. Да, мы успели. Нормально. А теперь, ладно, использую хил. Использую хил. И сейчас мы сюда полетим. Потому что здесь есть проход, куда мы можем попасть. Без проблем, как мы видим. Вау. Ага. Ага. Ага, круто. Anyway, нужно три прыжка. А, пауки, вон они как появляются заново. Давайте тогда сдохну. А для чего это я сделал? Для того, чтобы не потерять по карте то, что я здесь еще не был. Что мне туда нужно вернуться, когда у меня будет три прыжка.
то, что мне нужно там три прыжка. Что это за проход? Спуск вниз, мы тогда так и не попали. Да? Да. Так, тут водоем. Отдыхаем в водоемщике и бежим. Бежим, бежим, бежим. Ай. Это можно забрать. Бля. Ладно. Использую одну сейфку. Посмотрим, что здесь. А. Класс. А смысл, если я все равно там пройти не могу? Приколюхи. О, тут вот это еще одни приколюхи. Еще одна приколюха. Самое главное, самое прикольное. Так, где теперь мне нужно третий уровень, чтобы дальше прокачаться? Почему это хер ваншотит? Так, а не вы, я могу либо назад так пойти, либо пойти в эту сторону. Но я сделаю пока что сюда. Теперь я пойду сюда. Мне нужно все равно сейчас подняться, поэтому я сюда сейчас поднимусь. Нужно еще будет спуститься сюда, посмотреть, что там. Да, видите, здесь более слабые враги. Типа старые слабые враги. По этим я посмотрел, тут, короче, можно как-то разбить будет. Поэтому нормально. Но тоже тройной прыжок, допустим, нужен. А, я там же плавать не могу. Подожди, а что там у нас было? Почему я туда пойти не мог? Тут нужно было что-то, чтобы это все разбить, точно. Окей, тогда нам наверх. И сверху. И сверху. Сохраняемся.
Сохранились. Ладно, проверим на всякий случай. Да, но мне нужно теперь по три. По единичке дается. Ну, здесь на самом деле спорно. Но я долетел. Мне дают хотя бы хп много. Одна хпшка восстанавливается, когда мы используем. Подождите, мне интересно, а там что-то есть? Вот там вот. По идее, там пустота. Ну там как бы что-то есть. Скорее всего, там ничего нету. А что с этой у нас стороны было? О, сфера левела. Так, духовное дерево. Бас, 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 бас. А не вы мне много нужно опыта. Хотя, блин, а там все больше и больше ж нужно. Поэтому тоже фиг знает. Нажмите, чтобы войти. Ну, поехали. Древо Гинза. Когда-то воды набились, текли сквозь это древо, а теперь оно высохло и сгнило. Надо восстановить поток и найти сердце древа Гинза. Куев. Короче, нам нужно на самую вершину дерева. Ладно, на самом деле я... Блин, да, нужно дальность способностей прокачать. Потому что дальность очень сильно хромает. Дальность просто ужас какая маленькая. Для чего я сюда зашел? Типа то, что я могу здесь сохраниться, да? Ага, это нерушимая вещь. Я вас понял. Это, знаете, что-то между лови тайминг, да, и прыгай. Бац, бац, туда можно запрыгнуть. Но это тоже разрушаемый предмет, который нам нужен, поэтому я его ломаю. Да, здесь запутано немножко. Ауч. Ну зачем ты по колючкам? И давай обратно.
Так, ну здесь можно спуститься вниз. Окей. Да ёлки-палки. Да, здесь просто так много от ней пойдешь. Тут надо думать. Ну, мы знаем, что это такое. Поэтому тут много времени не нужно. А, нет, надо стоять. Ой, бля, кто знал? Ну кто же это мог знать? Что нужно еще ждать выстрел. А теперь можно и убирать. А, серьезно, типа выстрел не переходит? Окей. Шаря. Окей. Нифига. Я умер. Ну ладно, ну короче, я хотя бы немножко понял, что нужно было сделать. А, все, тут показывается, куда я буду прыгать, ну падать дальше. Ну какого он черта зацепляется? Боже. Идиотизм. Ладно. Это куда ведет? Я понял. Это куда ведет? Я понял. А то куда вело? А, то есть... А, игра сохранена. Сложное испытание, когда у тебя урона нету, а ты вот-вот отъедешь. Да уж, это сложно. Так, бамс, бамс, бамс. Бим, 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 бим. Бац, 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 бим. Окей. Я где? А где был? Ага, вижу. Let's go.
Let's go next. Open. Open the door. Я слышал вопли отчаяния из глубины древа предков. Рим был ловок. Он, неся по воздух, слушал его внимание и его мудрость. Ха. Ну, давай посмотрим. Вас вылез... Так. Способность удар удержите возле светильника или... вражеских снарядов и прицелитесь в направлении, в которое хотите прыгнуть. Снаряд будет отражен и противоположно направление. В смысле? Тогда нахер мне тройной прыжок? Тогда реально можно забыть о тройном прыжке. Но откуда я мог знать? Я никак не мог узнать об этом. А, подожди, в противоположную, да? Ну, типа, логично то, что я просто пройду. Бям. Окей. New level. Чисто new level. Ой-ой-ой, не туда. Чисто не туда. Подождите. Я не шарю, куда мне надо. Не туда или сюда? Ладно, пойдемте пока сюда. А, я понял. Ну блин, да, тройной прыжок здесь уже не... Хотя, а вдруг снарядов не будет? Вот я об этом, да, вот не подумал. Га-га-га. Г-г. Я забываю про...
Бац. Короче, когда я туда прилетаю, нужно сразу сохраняшку использовать. Сразу сохраняшку использовать. Ой, подожди, сначала сохраняшку. Как узнать? А, мне типа... Я не понимаю. Ладно. Я понял. Она начинает сиять. Оно, оказывается, начинает сиять. Ну, а все равно. Лишние. Ау. Сейчас нужно немного разобраться. И все. А, сложность нулевая. Не в источнике скупался. Сколько у меня сфер? Мне кажется, уже можно сказать, я прошел игру. Ладно, давайте до конца уже источник исследуем. Я вас понял. Это босс? Сердце древа Гинза никогда хранило в себе элемент вод, но его пронзила порча, и оно совсем сгнило. Мы должны помочь ему извлечь его и очистить от недуга, удалив порчу с обоих сторон. Окей, давайте, я тогда думаю, этим мы займем следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.